Республиканская детская бизнес-игра «Эрген» раскрывает в детях предпринимательские качества. В этом году принимали участие сборные 12 районов. И в финал вышли 4 команды, в том числе студенты Якутского финансово-экономического колледжа. В течение недели они обучали школьников азам бизнеса. Основная цель данной игры является именно раскрытие вот предпринимательских основ и развитие вот каждого яркого, амбициозного юного предпринимателя именно вот в создании хороших инновационных новых проектов. Победитель получает шанс к реализации бизнес-идеи, то есть получает самые вот главные факторы – поддержку и, вот, возможно, даже в финансовом плане. В финале игры ребятам давали задания, а они выполняли на время. К слову, уже с этого лета финалисты собираются реализовывать свои проекты. Осталось только найти начальный капитал. Наш проект подразумевается как образовательный сайт, онлайн-репетиторство, возможность заработка для учителей и образование для детей. Мы назвали свой сайт World Training. World Training! Здесь начинается твой путь к успеху! Суть нашего проекта заключается в том, что мы перерабатываем некоторые отходы и из них получаем аналог кафеля. Мы на данный момент ищем инвесторов и, думаю, летом проект уже заработает в полную силу. Так что ждем звонков. Очень актуально для Якутии, так как никакой не секрет того, что она грязная. Наш проект называется Sugar, то есть это молодежный продукт, то есть рюкзак, имеющий пару своих фишек, скажем так, ну и нововведений. И будет производиться, получается, студентами Якутского колледжа технологии и дизайна, то есть совместный проект ЯФЭКа и ЯКТИТ, и, соответственно, будет реализовываться на территории Республики Саха-Якутия, то есть для, скажем так, импортозамещения и внесения чего-то нового в наш рынок. То есть уже практическая работа студентов в плане рынка. Проект называется «Маленькая Якутия». В этом проекте мы соединили все достопримечательности нашей Якутии и хотели создать турбазу. И мы ищем инвесторов. Маленькая Якутия всегда вперед! По итогам финала первое почетное место заняла команда финансово-экономического колледжа. На втором – сборная школы Аи-Кагата. И третье место у школьников из Намского и Усть-Салданского улусов.